Олимпиаде в Сочи готово большинство объектов инфраструктуры. В ближайшее время войдут в строй автомобильные и железные дороги. Об этом сегодня доложил президенту глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. По словам чиновника, уже в этом году на олимпийских трассах и стадионах пройдет много тестовых соревнований, причем самого высокого уровня. В частности, в декабре состоится финал гран-при по фигурному катанию. Владимир Путин обещал приехать. По вашему мнению, все объекты будут готовы? Уверен в том, что они будут готовы. Нам просто хотелось бы именно с точки зрения спортивной подготовки наших ребят, чтобы они были как можно раньше готовы. Вот мы сейчас активно строим на эту тему, естественно, сотрудничаем по всем объектам. И главное, чтобы они были как можно лучше приспособлены именно для тренировок наших.